здорово. Этот ролик будет экспериментального формата. Объясню, чем он будет отличаться от остальных ранее вышедших видосов. Это будет видос, в котором совмещено всего понемногу. Админ-разборки, фановая какая-то игра, смешные моменты, нарезка из смешных моментов, если быть точнее. А также может быть игра за какую-то профессию. То есть теперь ролик будет этот не ориентирован на какую-то одну тематику, мол, там я 15 минут до талого буду снимать админские разборки со своими какими-то там вставками. Или же, там, не знаю, ролик не будет посвящен чисто какому-то монтажу. Что требуется от вас? Ну, естественно, активничать под видосом, как обычно. Писать, естественно, нравится ли вам такой формат или нет. Потому что я буду отталкиваться от двух показателей вообще. От просмотров и лайков. Если вы ставите дохера лайков, то я вижу, что это нужно делать, это нравится. Так что действуйте. Насчет интервью с Марк Твеллом, оно будет. Здорово, у тебя жалоба. А на кого? Я так и не понял, что произошло. Сейчас я тэпну, чел, и ты объяснишь чуть поподробнее. Телепорт, бринг. Здорово. На тебя же Б. Сейчас чел объяснит сначала, в чем дело. Что, от этого? Админ от демократии, это что такое? Не знаю, это... Может, блюдо какое-то? Да, тут у меня какой-то инвентарь от демократии, кажется, палец, короче, имею. Не понял. Стоял на крыше, подбегает он и говорит, так вот, кто меня убил. Опа, сейчас, подожди. Смотри. Его. Сейчас отэпну его, подожди. Давай, жду. Все, еще раз. Вот. Смотри, когда стоял, я в ты к нему подбегаешь и говоришь, так вот, кто убивает. Тебя убил. У меня, когда я в бане был, он меня убивал. Я вот за это его посадил. Ну, во-первых, ты не можешь помнить то, что после твоей смерти. Мне пофигу. Я тебе говорю, что я тебя посажу на месте. Говори. Так тебе пофигу, получается, на правила НЛР? Киллера на крыше подбегает вот это создание. Все, ты рассказал, стой пока что, подожди. Тебе только что... Моя вина, админ. Не моя вина. В смысле не твоя вина? Я его пристрелю сейчас. Ну пристрелишь, а летишь в бан еще надольше. На сколько? Еще. Ну, на приличный срок ты улетишь. Если ты сейчас будешь намеренно правила нарушать и неадекватно себя вести, я могу, в принципе, и пермач выдать на правах создателя. Я летал уже 2 месяца в бане посидел. Ну, сядешь еще на дольше срок. Какой еще надольше? Чел, это демократия. Че, админ, давай договоримся. Это просто... Не, бери, договоримся. Чего? Договоримся. Не понял. О чем ты с ним хочешь договориться? О чем ты договориться хочешь, спрашиваю? О том месте. Внятнее говори, я не понимаю, что ты хочешь сказать. По одной фигне. По какой? Если бы я мог, я тебе давным-давно пушку пристрелил. Так, ладно, ну, короче, НЛР, НЛР, получается. А, так ты 4 часа играешь, ты правил даже банально не знаешь. Че. Накатай часов побольше на других профах, а потом бери какого-нибудь мента, не знаю. НЛР у тебя получается основной, ты за него получаешь 15 минут бан. Слухай, бебру! Так, Фуша, спасибо. Все, жалоба закрыта. Есть еще вопросы у тебя или нет? Есть. Спасибо. Поэтому эту машину, ну, сейчас только, наверное, в утиле за колеса. Либо колесо не работает, не поворачивается, ее сразу можно на свалку, я считаю. Хорошо. Тогда я поступлю по-умному, я твою машину забираю. Как она не едет, то везде? Она на механике, долбоёб. Она на механике. Как это работает? Вот так вот, блядь, ты всю жизнь на автомате ездил, привыкай. На какую кнопочку надо нажать? Здрасте. Там, давай я тебе урок вождения пройду, садись за руль. Не газуй, блядь, сначала без шифта газуй. Сейчас вперед газуешь. И левую кнопку. Левую, блядь, а не правую, ты чё, пропутаешь, сука, что ли? Пиздец, приехали. Давай, выезжай. Вот. Без шифта.
Слышь, отсядь назад. Ты мне разъебешь машину сейчас. Теперь вправо, чтобы включить заднюю передачу. И также нажимаешь на W, чтобы газовать. А где на клавиатуре W? Кнопка вперед, ты шо? Пиздец, блять. Ну чё, мы долго будем в стену смотреть? Да ёпта, Мак, чего тут каску оставили, блять? Да пошёл ты нахуй. Короче, давай садись, я сейчас выйду из машины, опять сядешь за руль, буду тебя учить, сука, ездить на механике. А ну, негр, уйди нахуй работать. Я сейчас сдох. Все, теперь сейчас делаем вот так. Садись на единичку. Левая, блядь, кнопка. Первую передачу, сука, включи. Назад сядь, блядь, инструктор говорит. Я сейчас тебе, блядь, покажу. Подожди, стой нахуй. Стой, говорю, стой. Куда ты, блядь, поехал? Так, все. Сережа, давай. Первую передачу, блядь, включи. Первую передачу газ дай, блядь, я тебе говорю. Сука, Сережа, я убью тебя нахуй, если ты не поедешь нормально. Ты сбил, блядь, человека. Долбоёб. Заглуши нахуй машину. Заглуши машину нахуй, я тебе говорю, ты сбил человека, дебил. Так, я сбил человека. Валим отсюда. Куда ты валишь? Ты, блядь, не знаешь, как заднюю включить передачу, идиот! Куда ты валить собираешься? Блядь, сейчас менты еще сюда придут, сука, назад перепрыгивай, я уеду сейчас быстро отсюда. Давай, 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 назад, 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 оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Стартуем нахуй отсюда! Поехали! Все, теперь меняемся местами. Съебался с машины. Съебался, я говорю, бирюзовый. Левая кнопка. Первая передача, блять, я тебе говорю, на первой только езди. Спокойно, без шифта, без газа в пол. Съебался, я тебе говорю, с машины, я тебя убью. Все, спокойно, едем, едем, едем. Притормаживай. Тормози, блять, бордюр. Почему жалоб нет? Пивовар Иваныч. А, кстати, как вообще варить пивас? Сегодня пивное шоу. Обзор смешных пивасов. Что-то это какое-то... А, вот, ведро пива. Необходима вода. Вода. Потом солодовый ячмень. Солодовый ячмень. Что, блядь, делать? Я не могу понять, сука, как варить. Добавьте ячмень в воду. В мэш тун и ждите. Добавляйся, блять. Добавить хмель в лоутер ган. Значит, на два мешка ячменя, вот этого солодового, расходуется ровно 100% воды. Опа. Встань, блять, встань на... Где дрожжи, сука, я купил их. Меня заскамили на мешок. Канистра газинатора. Шо, блять, кто переводил? Какой косоруки-то вообще аддон перевел? Ебаное ведро, оно будет ровно стоять, нет? Пизду оно, короче, пусть идет это ведро, ребят. Так, корзина для бутылок. Нужно, значит, пустую бутылочку. Раз. Готово к упаковке. Будем делать таким образом. Пустая бутылка. Раз. Два. Три. И вот так вот корзинка их собираю. Нет, ну в принципе, я, наверное, немного допонял, что мне теперь делать нужно. Необходима вода. Короче, главный фигурант пивного дела — это ведро. Без него вы ничего не сделаете. Вообще, ну вот без ведра ни хера.